Художник Сергей Савин отмечает свое 70-летие. Лучший подарок для мастера – персональная выставка. Здесь и друзья, и почитатели таланта, которых, к слову, за 55 лет работы у художника накопилось немало. Цветы, поздравления, теплые слова в адрес юбиляра. Бог творец и заповедал нам творить. И поэтому истинное творчество, оно возможно только тогда, истинное творчество. Только тогда, когда человек сердцем прикасается к благодати Божией, прикасается к Богу. Я считаю, что творчество Сергея Теренча заставляет нас задуматься о нечто большем, чем простой наш бытовой какой-то уровень. И вот этот диапазон, действительно, его творчество, он поражает. С церковью у мастера особые отношения. Иконы занимают важное место в творчестве Сергея Терентьевича. В этом жанре он признанный мастер. Его работы стали украшением иконостасов многих ивановских храмов. Однако не только иконы представлены в новой экспозиции в зале Дома художника. Сергей Савин – тонкий колорист, поэтому пейзажи его заставляют ценителей искусства долго и завороженно любоваться красотами природы. Так мастерски отображенными на холсте. Дополняют экспозицию несколько натюрмортов. Глядя на них, удивляешься, как обычному предмету кисть мастера придает такое внутреннее свечение. На вопрос, чем же для него за эти годы стала живопись, мастер отвечает, не задумываясь. Это жизнь. Это по-другому никак не назовешь. Где бы я ни находился, все только и думаю. Все это, живу я этим. И радуюсь. И почему вот это. И здоровье нормальное из-за этого. То, что все время в творчестве. Потому и темы для творчества у мастера с 55-летним стажем не иссякают. Каждое деревце, каждый холм для Сергея Савина – источник вдохновения. А значит, еще не раз художник представит зрителям свои удивительные работы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.